На метке 40. моей. А. Угу. Тоже на Так, этом птичка, этаже, если по-моему, кому-то да? нужна на крыше. Так, все, где На шар? крыше. Все. Какой шар? У кого-то Квадратица. шар был? У кого-то шар, по-моему, был, нет? Нет, 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 я говорю, надо бы нам шар. Потом открыл карту, думаю, да как бы, блядь, а он нам, оно А-а-а, нам ну и надо. пешком дойдем. Открыл карту и пешком дойдем. Да. Вот УАЗик есть, я вас Да, прокачу с да, ветеркой. Так, да. Ламигас, Ага, знаю. конечно, на снайпу всегда нравится. Оля там Ой, на обещала халас под квадратик. ламигас какой-нибудь. Я взяла. Не, это не у меня. Оля, Ой, Оля. сейчас подожди, вот думаю возьму. Да, вообще это. Вертикалка, шестерка, все, никому ничего. Не-не. Глушитель на ПП. Что меня спать рубит, блядь. Так, я вот тут вот смотрю, вдруг компенсатор. Машинку не угонять. А, я вот Оля, Оля. А. Давай. Спасибо. Да. Там нет компенсатора. Настоящий компенсатор. Да там может пятерку. Там говорит, нет компенсатора. Настоящий компенсатор. На калаш, да, нашел. На снайпу У Вилмак можно. надо кому? У Вилмажек. Нет. У меня уже вырос. Блять, вот на снайпу. Семерок даже. О, блядь, бронька третья. Сейчас что же Все, так? уезжаем, все. Все не залутаешь, господа. Это да. Лут или не лут? Вот в чем. То ли лут, то ли не лут. Не без лута, даже рая не надо. А, это быстрее надо, значит. Артём, сказал не лезь туда. Ну все, больше не буду пробовать забор, ладно. Не, ну вот этот хотя бы Поэтому она можно. такая большая. Не лезь туда, сказал. Просто этот козел по Увиныча заборам. не включили там освещение? У Вин Дизеля. А Вин Что у Дизель вас это это? Юрец, что ли? Вин... Нет, это Сука. Серега Вин. А, Вин Дизель. Без света что-то Точно. сидит. Не, Вин Дроссель. Вин Дроссель, точно. Пусть посидит, ему полезно. Так, мы куда? Мы на гадку едем. Ну поедем на гадку, посмотрим, что. Поставил метку. Оля на нашу виндросил обиделась. Он призвал несносного деда в катку. Нет, это фигня. Это знаешь, я просто люблю мужиков, вот которые вот. Ну вот которые умные мужики, это знаешь, вот как Водян есть. Вот он мне вот как мужик вообще вкатывает. Я же слышу, как он общается с женой, со своей, вот это вот все. Вот молодец, молодой пацан. Мне кажется, здесь кто-то есть. Или баги только. Тебе Не, кажется. баги тут так оно стоит. Че, пойдем? Пятерочек Пойдем. посмотрим. Пойдем в зону подождем Знаешь, маленько. когда зашел несносный дед, и я ему пишу, что я играть с ним не буду, но он пишет, да давай катку. Я пишу, нет, ну как бы, блядь, делай, что хочешь, но хочешь, кикни меня. И он берет меня и кикает. Кто? Занавес, блядь. Вин. Занавес, блядь. Все, больше не о чем разговаривать, да.
А Серега Марк Полович, иди сюда. Иди сюда скорей. Ты что, знаешь, как вот я помню, Вадян такой этот говорит, там, ну, жене своей, ты какие роллы будешь? Она, я не буду роллы, но они там собирались роллы заказывать. Она там вечно вся на диете. И он такой, ну, Зоя, ну какие роллы ты не будешь? Блять, вот красавчик. Ну тут сказать мужику, блядь, кикай меня, и он взял и кикнул. Ну это все, это больше не разговаривать, реально. В общем, иными словами, послушай, женщина сделал все наоборот. Ну, спасибо за компенсацию, но как бы тебе уже надо понимать, когда тебе не 19 лет. Да ладно, ты что, не знаешь, блядь, 45-летних мужиков, которые ведут себя как дети. Тём, прекращай. Ой, дроп как далеко. Бросил он как далеко. Третья сумка нужна кому? Нет. Да. Иди забирай. И тут аптечка еще одна. Слушайте, нужна аптечка кому? Можно поехать в сторону моста, посмотреть, может быть, там кто-то будет вырываться с сосновки. Аптеку будешь забирать? И вот шапку вторую забери. Да, хоть бег с гребнем. Да, вот. Броника нет, прикинь, такого не делал. Ну, он есть, но первый, блядь. Броник второй кто-нибудь не видел? Нет. Да вот был, по-моему, вот в этом доме. Блин, вот в этом. На первом этаже. Я уж помню. Так, я шипы взял одни. О, ты хорошо. Поедем на мост. Ну, поехали, да, куда-нибудь в сторону моста. Бенза мало. А меня понял, Макс. Жена бывшая пишет. Ну все, теперь, говорит, сижу реву. Увидел тебя, говорит, сижу реву. А я говорю, а че ревешь-то? Говорю, оттормаживай. Говорю, смысл-то в этом какой? Ну да. Опа, не учёл я. Нежданчик. Я сказала, бенза мало. Блин, тихо сказала. О, вон, там этот летает, да. Ну, значит, мы вот этих кемпов доехали. Тут тормознемся. Чтобы он нас не видал. Вдруг бензин тут вот есть. Бензин должен быть, его не может не быть. Вон канистр стоит, сейчас возьму. Блять, что скинуть-то? Гранату? Целую гранату скину, ё-моё. У меня три гранаты. Кто-нибудь заберите гранату. Это заправка, да, заправка? Вот. Ой, как мало бензина в этой канистре, прям 10-литровочка. Да, мне кажется, они тоже и бензина пофиксили. Блин, что-то вот слышите, лагает, бежит человек по земле, но у нас тим кто-то, и звук как будто по полу деревянному. Или это у меня в одного такое? Ну, у меня не было такого. Там уж и закрывать сейчас будет нечего, пока доедем. Да, ну понятно, прокатимся вот. Мимо две наши. Прокатимся с триперком. Ну давай, муж, вот что у нас на починке, вот на эту, да.
Ты, мне кажется, это самая дурацкая гора. Страшно. Можно правее вот этот домашний майк. О, стоят. О, а тут тачка стоит уже. Вон он. У нас опять бензо нет. Все, тормози, нам нужна его машина. Ой, у меня сколько боликов. Сколько? Вон он, бля, бегает. Ну а чё, дружок, всё? Больше теперь не выходишь? Да он вон на горе прям. На холме. Здесь. Почекал нас, ушёл. Вон он опять вылез. Ой, хорошо попал кто-то. Он обиделся. Обоссался, уехал. Спугнули, блин. Да, СМ-24 сейчас бы. Скорейка два раза бы попасть в него. Так, может, кому вот такой на пиперник нужен? Хуета опять это летающий летит. Низко летит. Можно ёбнуть. Я в чистом поле, бля. Опа. Бот, блядь, ебаный. Ебаный бот, блядь. Стой. Он мне пишет, блять. Понимаешь, что? Ну, блин, так этот бот полсессии кошмарил, блять. По килчату. Вот этот, которого ты сейчас убил. Ну, он там, блять, лутал, видать, этого трупака, я не знаю. Лутает или нет, блять. Он около него терся. Он на аирдроп стоит. Пойдем в зону, ребят. Да надо, надо. Как бы 4 минуты. Я думаю, надо на эту горку как раз и заходить. Получается так. Блять, вот ежики трубаёбы летают. И летают, и летают. Этот все летит, блять, опять. Ой, по нему хорошо, как заряжает. Подбили, что ли? Да, да, да. Изничтожился. Налетался Карлсон, блин. Он один, да, по-моему, он зашел. Да, вот один, один, да.
Твою-то мать, патроны настрелял, блядь, патронов в семерку не осталось. Вот-вот. Я вот тоже думаю, постреляла в воздух, 100 штук осталось. Ну, 67. Просто, блядь, полтора раза. Угу. Че, мы его рашим, что ли? Макс? Я да, просто я в знаю. Зону захожу. Вон там просто у тебя. Где-то крысит. Боликов, сука, нету. Иди сюда, кстати. В том кемпе. Где он? Угу. Да я думаю, пойдем в зону, чё, следующую горку занимать уже. Сейчас проблем один хер найдутся. Ну да. Когда тебя встретят, и у тебя кончатся патроны. Откуда? Идет, идет. Похоже на эту, как его, на волчицу. Да. Ой, там тачку принимают как сильно. Они вот в этих кустах, походу. А, вон они короче... двигаются. Вон типы вон там. Блять, еще ну, метку там, типа, ставить бы на... Да, у нас... Дело. Она вот оббегает. По этой стороне. Вон я вижу. Да. Внизу вон там. Пошли толпой. Это не волчица. Все всё равно приятно. Есть смерть? Я все какие там увидел и схватил. Ну, там еще оставались. Я поделюсь, 20, я имею в виду. 22 там оставались. Я поделюсь. Заходи в зону. За пятое. Пятое, да. Я поэтому быстро их схватил и побежал. Это фонарики. Ой, в чистом поле бежит. А вон волчица, кстати. Так, я тебя вот тут вот кину. Не надо ничего, не надо мне пока ничего. Воюй. Да я сейчас кину флягу. Не пойму, в доме что ли у нас в этом. Вон там один. Первый этаж вот здесь вот тип. Побежал. Что мы здесь правда слышала? Бегут. В дым зашли. В дым у нас здесь. Вот здесь.
светятся там. Здесь вот с окна, где вот вы стали, а не, пошел влево. Блять, зона идет. В окне контролят. В окне постоянно вылазит, да. О, ног. Блять, не успел, сука. Давай бежать надо. Да зараза, а. Один еще там. Вон он там один. А, он пробежал уже слева. Он уже пробежал, вон он слева. Давай. Давай подниму. Справа еще кто-то? Ну, да, хер его знает, не вижу. Не, все в доме. В доме или за домом. Нет сишки. Вон наверху вот здесь вот лазит в окне, вот в этом, в этих трех. Блять, грены нету, сука, кинуть. Есть чем взбодрить? Красавчик. Оу. Блять! Откройте вот эту дверь! Блять! Я, блять, столько. Да чё же все вокруг-то бегают-то? Я дальше. Макс, сюда зайди, или ты убил в сортире? Да этого я убил, сверху остался. Давай, получается, осталось. Спасибо. Пожалуйста. Пятый раз, спасибо. Как выкуривать-то его, блядь? Гранат, посмотри, там возле входа. О, труп. Телек. Там граната. По-любому есть. Сука, нету нихуя. Так, они, наверное, тоже на вас все потратили. Нету, семерки есть. Семерки есть? Семерки есть. Ну... Вон он пикает, вижу, на балкончике. Ну все равно вылазит сейчас. Блять, кто дал дым? Они, наверное. Тихо, сейчас. С моей стороны вышел. Меня не поднимайте, доброго Макса, поднимите. Да нет, надо сломать. Вот и все. О, все. Чего надо, это как-то знакомо. А уже никак. Не поднять. Да не поднять. Не тыкает. Хочешь, бери? А, ну ладно, ешь. Что? Ешь.
это мороженое? Нет, ты сказал. Опа. Вот если ты еще сломаешь... Я ничего не сломаю. Вот. Потому что я сломал, пожалел, теперь нет. На территории, не да? Не покажу. Потому что не можешь. Блять, я этого сколько раз два нокал. Засранцу, блять. Все-таки я его пришел и убил. Так, статистика матча. Раз, два, нагнул его. Третий раз я его нокнул, блядь, и уж потом добил. Если хочешь, бери. Вот эти вот все запасные, они мне не нужны. А мне можно платить? Если хочешь забрать, возьми. Серег, нажмешь, там глядишь, что у нас загрузки быстрее пойдут. Чуть-чуть. А, Макс, ошибка. Любимый. Что случилось? У Макса вылетело? Да, да, да. Частенько вылетает. Жрать надо что-нибудь. Пельмешек, блядь. О, не, я сейчас в кафешке обожрался уже. Нет, я только с работы пришел, сразу включил. Пока моя нету. Чтобы не бухтело. Бухтело. Ошибочки, ошибочки. Эти все ошибочки. Я снимала, а ты там.
Иди, моя кошка. Прости, моя дрянюшка. Блядь, ты такая чухонь, надо тебе помыть, искупать. Это неприятное вонять. Говно воняешь. Говно. Конечно, сразу драться. Чё драться-то? Вкусное мороженое. Красавчик. Это не значит, что оно самое вкусное. Для него самое вкусное, Артём. Сейчас съел, пошли моську мыть. Прям танцы. По-серьезски, прям по-взрослому. Папа! Иди моську вытирай нормально. Ну ты грязную моську, иди вытри нормально моську. Пожа. Под носом там у себя. Да, конечно, ему помогает, это вообще шесть. Все нормально работает. Зачем тебе делать громче? Звук есть, да. Саранок. Ну я не знаю, почему нет звука сам. Че, одни боты что ли у нас здесь? Mm-hmm.
Он что, летим на Кхау? Кхау? Ну как Кхау? Да. Артём! Еще раз увижу, получишь у меня. Не надо колупать, я ответил уже. Здесь троица падает. Так, на лесопилку. Еще один. Точно. На моей трое. Рядышком. Могут навестить нас. Да чтоб тебе. М-ка топовая. Нормальное оружие или на меня склад заходит. Где еще в доме что ли ходит? Он вижу бегает один. За машиной. Вот здесь за машиной. Блять, да не здесь, сука. Ебаный джойстик, говно джойстик. Не здесь дальше. Вон он. Да ты. Не, а есть где-нибудь рюкзак? Рюкзак. Он есть. Там 24 на трупе. Они, прикинь, вчетвером прям в линию бежали, блин, неудобно было. Прострелите всех. Так, вот кто-то. Череп, похоже. Кормяк. Тихо. Вот это уже люди. Как закончится, скажите, я выйду из дома. Это схерали бы. Я пытался. Так не хочется воевать. Ну, это неплохо, лутание шло. Да, ну, значит, что плохо, нихера нет. Как всегда. Коряк. На моей метке. Как всегда на этой карте, блядь. Дерьмо просто. Дерьмо-то луто. Как пел Софию Ротару. Есть еще люди у вас, это можно выходить?
Мне понравилась эта идея. У меня тот же был к ним вопрос, и знаешь что, они не ответили на него. Ну, ты должен как-то на них повлиять, мне кажется. Чтобы они не игнорили. Прицельник нужен. Эй, сюда я Вася. ППшный глушачок отметил. Стой! Ой, я возьму ППшный глушачок. Бери. Вон что-то лежит наверху. Аська не нужна? Не, я уже это собрал. А где ППшный глушачок? На какой ветке? Какого цвета? Зелененькая. Блять, где она? А, вижу. А есть где-нибудь точка вообще? Нет, что-нибудь, у тебя даже голограф. На, тебе, голограф. Держи. Есть, у тебя скрипка, сниму. О, подарочек. Пойдем на лесопилку посмотрим. А лесопилка ты моя, лесопилочка! Поистерлась твоя дырочка. Какой ты громкий. А это, ну я там в старой квартире жил, у меня там подо мной гармонист, он шансон пишет, песни, это, короче, он сочинил, а я тупо запомнил. Ужас. Ася. Ну там какая-то у него, я так понимаю, идея какая-то была. И он ее придерживался. Да. Ну что я не пойму эти прицелы-то? Не поймешь, где они? Да. Да, это проблема, слушай. Голограф, блин, на. Нет, кореки. Кто не ходил? Чего? Вот. Уже. Второго все. О, человечек вроде жмет. Не до человечка, прицелов нет. Четверочка есть. Посматриваю. У Вилмаги надо, блядь, у Вилмагов нет. Я же ставил там метку. А, да я бы проебался. Нам кто-то позвал людей. Вот иди, у Вилмах лежит. Вот голограф он есть. Это коллиматор. Ой, ну коллиматор. Коллиматор. Пусть будет коллиматор. А никто второго резерва не видел? Видел там. Ну это же есть. А, вот он, да-да-да. Ну что опять случилось у тебя, Сергей? Что-то произошло. Кто тебя обидел? Как же это все произошло? Ведь немало времени прошло. Я не научился жить один. И на это у меня 150 причин. Это по нам или вы? Это Макс любит. Вот он. А кто вызвал дроп? Макс, ты что ли вызвал? А, ну все, я думал. Да замри ты, блять, бот. 24 никому не нужно. Вот так. 24. Да, я возьму. Придемся. Ну, бери. А, блин, не, уже в зону не хочу идти. Столько пойдем.
Что-то где-то стреляет, а где? Я ничего не стреляю. Не понять. ВСС на тут никто не хочет. О, там бежит, бежит, бежит. Ты чё, блядь, гадина? Офигеть, нифига он мне, блядь, всадил. Еще один бот, блядь. Да пошли вы. Где-то здесь был ползающий, когда он делся, блядь. Вот. Потому что у него прицел есть. Вот. Гранатки у него есть. Ребята, люди! Люди, люди, у меня в упоре, блядь, здесь! Они меня пока вроде за кустом не видят. Вот они. Тихо, тихо. Блядь, да они так явно просто. По-моему, они начинают по вам стрелять. Ох ты, блядь. А он уже здесь, блядь. Вот здесь, внизу. Двоих. У тебя, Марк. Еще один там, да? На моей метке, по-моему. На моей метке. Ты ему грену там. Ай, блин. Да ну, блядь, сколько? Ну, помогите! Чё, пидора, вот гнида, а? Я впервые в жизни не добила, блядь, твоих пидорасов, а? Вот впервые в жизни реально я не добила. И он тебя сразу, да? Взял, блядь. У меня четвертый прицел нужен кому? Тут вот компенс никого. По чечке ездить. Поэтому говорю всегда, надо, блядь, добивать, надо добивать. Мама? Мама пришла. Идите встречать маму. А где еще их один? Он был? Да. Возможно, они не там команда. Два, но... Там два нокнутых было, и вот этого я добивала. То есть он тоже нокнулся, третий. Ну, рандомыш, может. Где-нибудь. Ну, война не уже понял. Ну, забей, конечно. Сейчас с парадайза полезут, как мухи, блядь. М? В комнате, наверное. Обиделся на меня. Надо броньку. Новая, блядь. Да чё за забеги, блядь, до зоны? Дикие.
были, сволочи, на нём патроны. Тут всё открыто. Угу. Ну, не закрыто, вроде, но патронов нет. Вон бегает. Через дорогу бежит. Угу. Или едет. Это бот. Больше спаримся, мы прикинемся. Поле сидим, вон еще один бежит. Тоже бот. Не можем. И еще один. Слушай. Интересно, сделают так, что они поднимать начнут друг друга? Так они же поднимают друг друга. Не видел ни разу. Это, может, люди были как боты. Так я это подумал. Как боты. Не, реально, они не поднимают друг друга. Ну так, пойду помечтаю на горшке. Можно без подробностей, без наушников, пожалуйста? Да, я поэтому и предупредил, да. Тихо, сам с собой иди. Сер, я сейчас отъеду. Я сейчас тоже еще одну и все. Две этих, две четверки лежат, вот они где были все прицелы. Можно на куст? Ну, я пошел в лоб, там прожмусь. Че, кто будет, то будет. О, вон бегут, вижу люди. Вон там. Биткоин. На том конце. Вижу. Люди бегают. Два. На сзади еще ботинки тут воюют. Обязательно ботинки. Крадется. Я жду. Да замри ты уже, по идее. А где они? Вы их видите уже? О, это дрон летит. У них дрон летит. Их дрон летит. Да. Где он там его запускает? Вон он, дрон. Посадил дрона. Я вижу, где дрон. Человечка не вижу. Дрона вижу. Что, их четверо, да, там? Я двоих видел. Больше не видел. Ну, я... Я вообще никого не видел. В дома, что ли? Это шоу. Они должны были туда. Да где дома они там? Да, наверное. Им негде больше быть. Им просто негде больше быть. Ох ты, ничего себе, ты где его увидел? Да, добить. Добить. Они ели все. Надо взянку. Да, я предлагаю левее где-нибудь крутить. Я тоже думаю, что левее. На них смысла нет идти вообще.
Бля, он еще один. Нет уже, что ли? А, это труп. Что, получается, мы будем попал внизу? Нормально тут. Вон вижу. Бегают на холме. Не-не-не-не-не, дружок. Так не работает. Я низко. Это плохо. А, вон они, двое. Это один вот там, вот на вот этом дереве. Их двое, двое. А еще левее к нему побежит, да. Нам... Воу-воу-воу, да ты что творишь, блядь? Нихуя ты дикий. Господи, я ж, блядь, испугалась. Что будем делать? Ну, я бы офигела, конечно, если зона на нас бы была. Нет, зона к ним. Ну, я и говорю, я бы офигела, если бы она на нас была. Ну, давай, лестница. Мне кажется, вот за камнем вот этим есть. Он оттуда с пулемета и долбил, наверное. Так, камень. Угу, вижу. Блять, не вижу. Ног. За камнем ночью. На камне на этом? На да, синей? Ног, ну. Не-не-нет, не на синей. На красный. На левом камне, вот здесь вот. Ну, получается. Так. Ну, получается, он один живой остался? Да хер. Ну, один, если нокнут. Да, правильно, один остался. Добил это. Вот он на этом камне. Сзади. Готово. Так, все, давайте всем пока. Давай. Давай, пока.